Снегурочка, а что просила девочка Света? Большого, мягкого слоника. Будет сделано. Ты Новый год нам торопись, слоненок милый, появись. Ух ты, какой симпатичный. Да, Снегурочка, давай положим его в мешок с подарками. Аккуратненько, ох и тяжелый слоненок. Ну, а теперь все готово? Готово, все подарки на месте. Теперь можно и в путь-дорогу собираться. Всех жителей Югры мы поздравляем от души. Пусть в гости сказка к вам придет. Счастливым будет Новый год!